На льду спорткомплекса «Маяк» старожилы самарского детского хоккея команды «Чайка» и «Сатурн». В воротах инопланетян играет Дмитрий Ильичев. В этом году он помог товарищам завоевать серебряные медали турнира «Золотая шайба» городского масштаба. Мечтает когда-нибудь сыграть против казанского «Акбарса» континентальной хоккейной лиги и победить профессионалов. Это мечта космическая, а реальная – стать лучшим голкипером турнира среди 12-летних спортсменов. Мне нравится принимать на себя удары шайб, ловить их и отбивать их, чтобы радовать команду, ведь вратарь – это часть команды. В команде чемпионов «Меридиан» играет девчонка, но на равных с мальчишками. Варвара Волкова не из робкого десятка, любит силовой хоккей. Для нее игра – сплошное удовольствие. Во-первых, само вот это вот как бы ощущение льда, это контактный вид спорта. Это очень нравится. Тут помимо катания также и техника и разрабатывается. И помимо катания побывала в городах других. Первым обладателем золотых медалей турнира «Золотая шайба» в этом году стала команда «Меридиан» в возрастной категории до 12 лет. Талантливые хоккеисты учатся в 74-й школе на 116-м километре в Куйбышевском районе. В феврале они будут защищать честь Самары на областном этапе «Золотой шайбы». Турнир замечательный, турнир ежегодный. Департамент спорта как поддерживал, так и будет поддерживать проведение данного турнира. Он значимый для нас и для города Самары, в принципе, для России тем, что это такая уже прекрасная спортивная традиция, которая уже в этом году исполняется 57 лет. Ребята бьются, ребята играют, ребята хотят проявить себя, хотят быть лучше. Я думаю, победитель на региональном этапе есть все шансы пройти на всероссийский этап. Турнир в Самаре продолжается. Борьбу ведут команды мальчишек до 10 и до 14 лет. Чемпионы и призеры соревнований получат заслуженные медали в последние дни января. Победители в этих возрастных категориях тоже примут участие в областном финале турнира «Золотая шайба». Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, «События».